1001 и одна ночь. Мураляк Халид Эргенч, Бергезар Карель, Тардуф Лардун, Джейда Дювенджи, Тамрис Инже, Метин Чекмес, Мерау Читинкая, Айта Частуна, Айла Алган, Янжа Джавхеринель, Эрген Демир, Меляхат Абасова, Бартуки Чукчаглаян, Метин Бельгин, Елисак Кая, Фюсун Костак, Севда Октолга, Зейнеп Конан, Сенур Нагайлар, Нихан Дурукан, Субхи Текникер, Эфе Чинар, Хазал Гюрель, Фейзан Чапа и другие. Толга Читин. Композитор Кырач. Автор сценария Йылдыз Тунч, Мехмет Беляльдеде, Мурат Лютфю, Эдхем Ектар. Продюсер Эрол Авджи. Режиссер Кудрет Сабанжи. 29-я серия. Она все еще волнуется? Все будет хорошо. Скажи, чтобы перестала нервничать. Да, волнуется, ничего не поделаешь. Вчера, прежде чем лечь спать, как ребенок собрала сумку, а утром встала в 6 часов. Замечательно. Всем бы такого работника. Я не хочу идти в школу. Но тебе непременно нужно идти, Каан. Ты ведь столько всего нового там узнаешь. Я не люблю эту школу. Можно я не пойду? Пожалуйста. Тетя здесь со мной. Разве я отпущу ее в Бодрум? Как она себя чувствует? Прекрасно. Ты с Шахрезад разговариваешь? Угу. Передавай привет. Я целую ее в обе щечки. Тетя целует тебя в твои прекрасные щечки. Спасибо. Ты тоже поцелуй ее от меня крепко-крепко. Поцеловал? Кто это к нам пожаловал с утра пораньше? Мехрибан Ханым, скажи, чтобы не переживала. Что толку от моих слов? Я столько раз говорила. А она все боится, что не справится. Уже справляется. Переде Ханым. Добрый день, Фердевс. Добро пожаловать. Битюль Ханым еще здесь? Они наверху. А Нурбе еще не ушел на работу. Давайте сумку. Нет, спасибо, я сама донесу. Хорошо, прошу. С домом все в порядке. Архитектор должен сегодня решить пару вопросов. Хочешь, поедем, посмотрим. Машалла. Да убережет вас обоих Аллах от сглаза. Сейчас начнется. Что случилось? Мама пришла. Ой-ой. Шахрезад, дорогая, я кладу трубку. Увидимся в холдинге. Хорошо, дорогой, целую. Приятного аппетита. Добро пожаловать. Я поняла, что вы не собираетесь звать меня на завтрак, и вот купила пирог и сама приехала. Ну вот и молодец. Принеси приборы, Фердевс. Сейчас. Но ведь я иду на работу, Каан. Теперь я работаю там же, где и твоя мама. Если ты не пойдешь в школу, что же мне делать? Ты тоже не ходи на работу. Вместе пойдем в парк. Ой, сынок. Почему ты не хочешь идти в школу? Не хочу и все. Я не люблю эту школу. Ох, Каан, послушай меня. Сегодня ты пойдешь в школу, а потом расскажешь мне, почему ты ее не любишь, ладно? Но сейчас мы опаздываем. Давай. Пошли. Что такое, Натидеханым? Мы ведь едем покупать подарок. Почему тебе грустно? Мне не грустно. Просто задумалась. Нам радоваться надо. Наша дочка выходит замуж за такого прекрасного человека.
Будь уверена, нам теперь не о чем беспокоиться. Она будет очень счастлива. Да, это верно. Или ты все же хочешь пойти на свадьбу? Нет, дорогой. Наше появление будет неуместно. Мы просто купим ей подарок, чтобы ее порадовать. Конечно, Бурханбей. Все правильно. Но пусть Фюсун ничего не узнает. Не дай Аллах, она опять скандал закатит. Она тут при чем? Мы что, теперь все время должны ее бояться? Кто смеет нам в нашем возрасте указывать, что мы должны делать на Дедеханым? Пусть делом займется. Ну же, улыбнись. Ты же знаешь, что когда ты улыбаешься, мне становится так хорошо. Ну что ты, Бурханбей. Ой, он такой горячий. Прошу вас. Спасибо тебе большое, Фердерс. Возьми, Битюль, ты любишь этот пирог. Попробуй. Ты все еще ходишь на работу, сынок? До свадьбы остались считанные дни. А что делать? Работа не ждет. Оставь всю Керему. Ты скажи что-нибудь ради Аллаха, Битюль. Пусть вместо работы займется приготовлениями к свадьбе, не так ли? Я отныне больше не сую свой нос в дела, которые меня не касаются, передай. Зачем мне? Это не моего ума дело. Битюль, не надо. Я не хотела тебя обидеть, ты же знаешь. Все твой характер, Переде. Сначала обижаешь, а потом говоришь, что не хотела этого делать. Ну, ты действительно неверно меня поняла. Верно, неверно, неважно. Прошу тебя, пожалуйста, не заставляй меня повторять твои слова перед Ануром. Мама, хватит, по-моему, ты должна перед нами извиниться. Перед вами? Ты должна извиниться перед тетей, потому что грубо с ней говорила. А передо мной, потому что вела себя так, будто приняла Шахрезад. Хотя на самом деле это не так. Ну что ты, сынок, с чего ты это взял? Хорошо, я прошу прощения у вас обоих. Но все же вы оба неверно меня понимаете. Конечно, во всем мы виноваты, Переде. А ты всегда во всем права. Но... Не будем продолжать этот разговор ради нашего дорогого Анура. Нам предстоит пережить самый счастливый день в его жизни. Правда, сынок? Эти украшения тоже очень красивые, но мы все же думаем приобрести бриллиантовый гарнитур. Бриллиантовый, конечно. Бриллиантовый, наверное, дороже будет стоить. Да, ведь бриллиант самый дорогой камень. Цена не важна, мы заплатим. Давайте посмотрим на бриллиантовый гарнитур. Принесете его? А как же, сейчас принесу. Смотрю, раскошелиться решил Бурханбей. Но это же ради нашей дочки, Шахрезад. Но ты не часто тратишь на кого-либо такие суммы. Конечно, не на каждого. Только на тех, кто заслуживает. На тебя и на Шахрезад. И все. Я буду очень рада увидеть это украшение на шее Шахрезад. Уверен, она обязательно однажды наденет наш подарок. Конечно. Здорово будет, если она наденет его на свадьбу. Она прислала нам приглашение по почте? Нет, курьер его привез. А потом она сама позвонила, чтобы сказать, что они с Ануром будут очень рады, если мы придем. Ты сказал ей, что мы не придем? Дорогая моя, ну разве же можно так резко? Я прежде с ней поговорил, сказал, это твой самый счастливый день. Мы были бы очень рады. Но нам кажется, наше появление там будет не вполне уместно. Правда, она очень настаивала. Она вежливая девушка. Прошу вас, взгляните на эти гарнитуры, они у нас самые красивые. Посмотри-ка, Бурханбей, красота какая. Это чудо, не правда ли?
Как это так? Неужели ваш дом уже полностью обставлен? Да, все готово. Как быстро, молодцы. Мы все уже закончили, мама. Теперь ждем свадьбы. Если хочешь увидеть дом, я с радостью покажу. Конечно, я хочу. Давайте как-нибудь вместе съездим, да, Битюль? А что будет с квартирой Шахрезад, Анур? Вы разобрались с этим вопросом? Разбираемся, тетя. Шахрезад определилась, что заберет в новый дом. Вещи перевезут во время медового месяца. Что будет с Мехрибан Ханым? Вы, я надеюсь, это обсуждали? А что может быть? Конечно, она будет жить с нами. Разумеется, сынок. Я сейчас задала глупый вопрос. Все-таки она няня Каана. Мехрибан Ханым не няня Каана, мама. Она его вторая мать, которая стала его донором и спасла ему жизнь. Уже поздно, мне надо бежать. Хорошего тебе дня. Спасибо, тетя. Пока, сыночек, удачи. Значит, ты уходишь из Биньепы, Керем? В жизни не слышала ничего глупее. Уйдешь из холдинга, который основал твой отец? Да, возьму и уйду. Это очень просто. Достаточно поставить подпись. Сынок, это возмутительно. По какой-то глупой причине. Мама! Я сказал, и уйду! Что же будет с холдингом? Позовешь Бурака, он начнет работать. Могу я спросить, почему речь опять заходит о Бураке? Не надо, мама. Разве ты не этого добивалась? Ради Аллаха, не говори ерунды. Бурак приедет, займет мое место, а я незаметно испарюсь. Керем, к чему все эти глупости? Подумай головой. Ты никуда не уйдешь. Мама, ты ничего не понимаешь. Я просто больше не могу. Я не могу больше это терпеть. Ты и правда говоришь глупости. Ты не в себе. Не в себе, мама. Скажу тебе больше. Я умираю, мама. Я больше не могу видеть, как Анур и Шахрезад любят друг друга. Ты сошел с ума, Керем. Сынок, что с тобой? Только смотри, не надо крайностей. Прошу. Поэтому я и ухожу, чтобы ничего не натворить. Прошу, мама, пойми. Я пытался смириться с их любовью. Каждый день я повторял себе... Шахрезад выбрала Анура, а не меня! Шахрезад выбрала Анура, а не меня! Шахрезад выбрала Анура, а не меня! Керем. Ничего не получается. Нет, не получается. Я не смогу смотреть на то, как Шахрезад станет женой Анура. Керем. Мне очень страшно. Мне очень страшно, сынок. Как думаешь, почему я такая вздорная, Битюль? Вздорная? Я всех обижаю, но потом ведь раскаиваюсь. Я и тебя обидела. Сказала тебе то, что говорить не хотела. Сказала, что так случилось, потому что ты приехала. Конечно, это не так. Поверь, я очень рада, что ты приехала. Знаю, дорогая, знаю, что ты так сказала не со зла. Но у тебя язык без костей. Ты ведь с самого детства такая была, Переде. Обижаешься и тут же начинаешь говорить другим обидные вещи. Ну почему же так? Не знаю. Такой уж нрав, такой характер. Дорогая моя. Ах, сынок,
Что я могу сказать? На свадьбу я не пойду. Что? Ну, не вздумай никому сказать. Пусть Анор не знает. Не хочу расстраивать его перед свадьбой. Ну, разве так можно, Керим? Если ты не придешь на свадьбу своего лучшего друга, своего партнера, что скажут люди? Нет, это поразительно. Моя жизнь пошла под откос, а ты думаешь о том, что скажут люди. Абину? Что с ней будет? Я ведь знаю, что думает Анур, когда смотрит на меня. Что же он думает? Он думает, что лучше бы ты была его матерью, а я его тетей. Он любит тебя больше, чем меня. Ай, не говори глупостей, Периде. Разве такое возможно? Не думай, что я расстраиваюсь. Я, в принципе, даже довольна, что он любит тебя больше меня. О, ты совсем с ума сошла? Если бы мой сын любил бы тебя больше меня, я бы такое устроила. И кому же? Мне или своему сыну? Конечно же, сыну. Ты-то не виновата. И что бы ты сделала, если бы твой сын любил бы меня больше, чем тебя? Спуску бы ему не дала. Ходила бы хвостиком, лишь бы он полюбил меня больше. Скажи, разве тетка может занять место матери? Мать всегда мать. Я не хочу расстраивать Анура, Битюль. Но почему-то всегда огорчаю его. Боюсь, мой сын меня ненавидит. Я уверена, Анур прекрасно знает, как ты его любишь, так что хватит переживать. Но ты должна показать свою любовь, дорогая. Не будь такой вспыльчивой. Я прекрасно знаю, откуда у тебя это в характере. Отец в свое время тебя ужасно избаловал. Ай, моя дорогая. Состояние плода хорошее. Кажется, все в порядке. У вас не должно быть жалоб. Жалоб никаких нет. И тошнота уже прошла. Прекрасно. Только он очень много шевелится, беспокойный. О, значит, ваш сын будет очень активным. Он вам покоя не даст. Что? Что, сын? Сын, конечно. Разве я вам не говорил? Нет, мы и не спрашивали. Ай, Аллах, я испортил вам сюрприз. Я думал, что сказал вам. Нет, нет, это не важно. Только бы это не оказалось ошибкой. Главное, чтобы ребенок родился здоровым. А девочка или мальчик, какая разница? Согласен. Девочка моя, какая же ты красавица. Словно ангел. Мама, а я как выгляжу? Ты тоже у нас ангелочек, дорогая. Вы обе словно настоящие принцессы. Стой, стой, все, хватит. Я еще не закончила. Давай покажем платье бабушке. Сначала я, сначала я. Девочки. Мы отдадим его перед свадьбой. Посмотрим. У нее сейчас так много дел. Не будем беспокоить. Отдадим в подходящее время. Ай. Как тебе платье, бабушка? Букет? Очень красиво. Бурджу, прежде чем зайти... Бабушка, дедушка, как вам наше платье? Замечательно. Бабушка, эта лямка постоянно спадает. Очень красиво. Ты знаешь, бабушка, как нас выбрали на это представление? В нашем классе есть одна девочка, ее зовут Ситара. Так она как заладила, что будет играть спящую красавицу. Но да. У нее ничего не получилось. Учитель сказал, что в первом представлении будет обязательно играть Бурджу, а в следующем букет. Да, бабушка. Сначала в нашем спектакле спящей красавицей будет Бурджу, а потом в следующем уже буду я. Ну как, папа? Красивые у вас внучки?
Красивые. Они обе очень красивые. Дорогие мои. Красавицы. Да ты что, совсем спятил? Что значит, если останешься, случится страшное? У тебя что, совсем силы воли нет? Керем, лучше обратись к врачу. Как это все бросишь и уедешь? Никакого чувства ответственности? Перед своим делом, перед семьей, перед Бену? Какая ответственность? Ты рассказал об этом Бену? Нет еще, но скажу. Что ты скажешь? Что тебе надо уехать, что ты ее бросаешь? Пусть Анур женится, там посмотрим. Ты ужасно поступаешь с Бену. Знаю, Мерт, но не зли меня. Сам знаю, что плохо с ней поступаю. Тогда почему ты упрямишься? Здравствуй, дорогой. Здравствуй. Как ты, Мерт? Как еще, Бену? Работаю потихоньку. Я сейчас от портного. Я сойду с ума. Ты не поверишь, Керем, мое платье еще не готово, а до свадьбы считанные дни. Ты слишком серьезно к этому относишься. Это просто платье, будто ты замуж выходишь. Не поняла. Портной все успеет, расстраиваться не из-за чего. В жизни столько проблем, а ты прицепилась к платью. Что с тобой? Почему ты так себя ведешь? Снова поверила. Каждый раз на одну и ту же удочку. Я пошутил, Бену. Честно. Платье правда не успевает дошить? Угу. Так всегда бывает, Бену. В последнюю минуту доделает, не грусти. Ты голодна? Не хочешь со мной перекусить? Он толкается, да? Мой сынок такой подвижный. Сын, весь в отца пошел. Как мы его назовем, Али-Кемаль? Ты уже думал? Думал. И Джансель, я бы хотел нашего сына Ахметом назвать. Конечно, если ты не возражаешь. Я не возражаю. Красивое имя. Оно что-то для тебя значит? Да. Ахметом звали моего брата. Брата, которого я так мало ценил. Джансель, я его очень огорчил. И его жену. Если бы я мог назвать так своего сына, мне кажется, он бы простил меня. Мой дорогой, конечно. Ахмед. Ахмед Ивлияуглу. Я принесла тебе фруктов. Мне ничего не хочется, Надидеханым. А ты через силу, Бурханбей, для настроения. Если бы это помогло. Мама, вы идете на свадьбу? Нет, дочка, зачем нам? Разве это уместно? Тогда зачем вы купили бриллианты? Дочка, это другое. Помните, мама, мне на свадьбу вы тоже дарили украшения. Колье красивое, браслет, сережки, кольцо, все вместе. Но они были не бриллиантовые. На свадьбе твои украшения были самыми красивыми, Фюсон. Тебе и самой они понравились. Ну да уж. Я законная жена вашего сына. А вы дарите бриллианты женщине, которая выходит замуж за незнакомца. Разве это нормально? Фюсон, прекрати уже. Да что я с вами говорю? Ваш сын выбросил меня как тряпку, а вам и дела нет. Не удивлюсь, если вы купите что-нибудь подобное его любовнице. Послушай, невестка. Я разве не правду говорю, папа? Ваш сын живет с любовницей, а вы в рот воды набрали. Еще немного и приютите ее у нас дома, браво. Хватит, перестань сейчас же. От тебя ни дня покоя не было. Или будешь нормально себя вести, или возвращайся к матери в Кайсери. Хватит.
Пришло 3 письма. В одном из них говорится о том, что строительная фирма из Алма-Ата ждет ответ от компании Биньяпы. Не понял, какого ответа? Это связано с торговым центром, что построят на улице Эль-Фараби. Пишут, что не могут добиться от нас ответа. Они уже 2 раза отправляли письмо Керему и Джаглу. И? Уже поздно принимать участие в тендере. Они заключили сделку с другой компанией и говорят, что им жаль. Да. Еще для Керембея есть письмо на английском. Спасибо, Михрибанханы. Угу. Спасибо. Керем? М? Разве не ты должен был договариваться со строительной компанией из Алма-Ата? Угу, должен был. Они несколько месяцев ждали от тебя вестей. Да, я забыл. Сегодня позвоню. Ты опоздал. Они нашли другого партнера. Ну вот, этим казахам доверять нельзя. Казахи здесь ни при чем, Керем. Дело только в нас. Они прислали тебе несколько сообщений. Завалили нас письмами и вопросами. Почему ты им не ответил? Сказал бы, что не хочешь, я бы нашел выход. Анур, мы оба не хотели этим заниматься, разве нет? Тогда надо было сразу отказаться. Что происходит? Ничего. Что ты делаешь? Ничего, Анур, ничего, не паникуй. Керем, ты потерял рассудок? Что мне прикажешь делать во время медового месяца? Постоянно звонить на работу и выяснять, как дела? Она должна быть там. Думаю, да. Она здесь. Прошу прощения. Мы можем присесть. Как ты смеешь сюда приходить? Тебе мало того, что ты натворила? Да ладно тебе. Разве можно так с друзьями поступать? Какие друзья? С таким другом, как ты, совершенно не обязательно иметь врагов. Ладно, я знаю, ты обижена на меня. Но я все уладила. На сегодня я назначила тебе встречу. Будешь координировать финансовые вопросы. Мы уже успели переговорить с отделом кадров. Зайнеп удалось связаться с руководством. Сегодня тебя ждут в 4 часа. Забудь об этом. Кто знает, какую ловушку ты опять мне подстроишь. Прошу тебя, Айшен. Мне очень жаль. И если б я знала, что ты пострадаешь, клянусь, я бы так не поступила. Но это правда. Она очень расстроена. Она так старалась ради этой встречи. Я же говорю, они ждут. Ты не понимаешь? Послушай, у тебя будет новая работа. К тому же там не такие скряги, как в Биньяпы. Тебе и машину дадут. Вы что, серьезно? Угу. Думаю, да. Разве такой человек, как ты, может остаться без работы? Правда? Конечно. Осторожнее. Вот так. Ты не будешь с нами играть! Опа. А, что ты делаешь, Дахан? Играйте все дружно, вместе. Ну-ка, он мешает нам играть. Ничего он не мешает. Давайте-ка. Он меня толкнул. Он не специально, Каан, он твой друг, это случайно. Ступайте.
Ну-ка, осторожнее. Дай. Я хочу сама. Оп. Ну-ка, давай еще. Опа. Последнюю версию уже отправили? Давно, ждем подтверждения. В течение месяца ответ получим, так? Скоро начнем работу над презентацией. А точная дата уже известна, Нурбей? Назначим после медового месяца, верно? И когда вы вернетесь? Точно пока сказать не могу. Наверное, в конце августа. Так надолго уедем? Конечно. Добрый день, друзья мои. Зафир, добро пожаловать. Я не помешал? Нет-нет, мы обсуждали дату презентации, заходи. Здравствуй. Добрый день. Добро пожаловать. Здравствуйте. Добрый день. А качку точно выдержит? Если собираетесь в долгий путь, предлагаю эту модель. Если установить грамотно, прослужит долго. Разряжается он очень медленно. А если понадобится буксировать? Насколько я знаю, ваших аккумуляторов должно хватить, но вы будете выходить в море? Может быть, и буду. Да у вас грандиозные планы, я вижу. Грандиозные. Может, пойду в кругосветку? Но вы наверняка уедете после свадьбы Анурбея. Хочу поскорее сняться с якоря. Как только буду готов. А что Анурбей об этом думает? Он пока не знает. Давай. Молодец. Ловлю. Вот так. Опа, осторожней. Вот так. Кто следующий? Ну-ка, давай. И ты молодец. Молодец, давай, давай. Осторожно только. Поднимайся ты. Держись. К нам приедут люди из агентства обсудить презентацию. Если хочешь, могу прислать их сюда, и вы тоже поучаствуете. Нет, не нужно. Пусть обсуждают без нас. От нас смелек будет, этого достаточно. Но у меня были здесь... Я покажу предложение по ценам на акустику. Да-да, конечно, сейчас. Ну, тогда нам пора. Поехали, Мелек. Увидимся. Всего доброго. Садись, Мелек. По-моему, отлично. Тогда я договариваюсь? Разумеется. Хорошо. А где Керем Бену? А то его что-то долго нет. Не знаю, сказал, пойдет воздухом подышать. Скоро вернется. Видно, обиделся на меня. На что ему обижаться? Когда говорили о потере проекта торгового центра в Алма-Ате, кажется, я немного вспылил. Не думаю. Просто Алло. Очень много дел навалилось. Слушаю, Сибель-ханым. Нет, мы еще не забирали. Что? Сибель-ханым, что вы говорите? Каана нет в школе? Пробок нет, удивительно. Угу. Совещание в 5 часов. Будет здорово где-нибудь выпить кофе, у нас еще много времени. Лучше поедем в компанию. Но еще рано. Коллеги из агентства еще не приехали. Будем их так долго ждать? Смотри, какая погода. Хорошо, Шахризат, успокойся, дорогая. Шахризат, успокойся, прошу тебя. Я не могу успокоиться. Нурхаэт Ханым, свяжитесь с управлением безопасности, мы ей все сделаем. Как мне быть спокойной? Пошли. Пойдем, дорогая, идем. Что?
Что случилось? Кам потерялся. Только что звонили из школы. Они искали его после прогулки, но не нашли. Ты что, правда? Зафир, бей. Прошу, Милек. Я знаю, что ты скажешь. Что то, что мы делаем, неверно. Что это любовь, из-за которой все пойдет наперекосяк. Пойдет, и вы тоже это знаете. Да, знаю. Но я согласен. Не надо, прошу. Вы женаты, у вас двое детей. То есть для меня теперь все кончено. Я не имею права влюбиться в тебя, если я женат? Прошу. Лек, мне тяжело не видеть тебя, понимаешь? Я постоянно думаю только о тебе. Моя любовь не вызывает никакого отклика в твоем сердце. Ты ничего не чувствуешь? Если бы не чувствовала, мы бы не говорили об этом. Что же тогда? Любовь – это редкий, драгоценный дар для человека. Она так нечасто ему дается. Почему нужно отказываться от наших чувств? Но последствия бывают печальными. Я же сказал, что согласен. Я совершила много ошибок в жизни. Не хочу больше поступать неправильно. А я не совершал никогда. Давай совершим эту прекрасную ошибку. Так и будет всегда. Вы будете постоянно лгать жене, будете постоянно выключать телефон. Забудь, это мое дело. Анур звонит. Алло? Анур? Как это пропал? Я сейчас же приеду. Последний раз его видели, когда он играл с друзьями в саду, но потом его и след простыл. Как такое могло случиться? Скажите мне, как? Как можно потерять ребенка? Я сделаю так, что вас вообще закроют. Прошу, Анурбей, успокойтесь. Нам всем очень жаль. Только бы с ним ничего не случилось. Если хотите, можете подождать в другом месте. Полиция уже начала осматривать округу. Послушайте, ребенка похищают средь бела дня. Как это могло случиться? Да, возможно, его похитили. Но, может быть, он сам убежал? Дети иногда могут так поступить. Мы разослали фотографию по полицейским постам. Окружили территорию школы, ведутся поиски по всей округе. Вам лучше вернуться в холдинг. С вами поедут наши люди. Когда появятся новости, мы сразу сообщим вам. Найдите моего сына. Мы найдем его, Шахрезад, успокойся. Дорогая. Тебе что, не понравилась еда? Нет, все вкусно. Что такое? Что тебя мучает? Я по Алике Малю соскучилась. Так хочу его увидеть. Позвони ему. Давай, звони, раз соскучилась. Мама. Алики Маль. Мама, как ты? Как мои дети? Хорошо, хорошо. Я хотела услышать твой голос. Я очень скучаю. Я тоже скучаю. Как ты поживаешь? Хорошо, очень хорошо. Мама, ты уже знаешь новость? Наверное, отец тебе рассказал? Какую? Про ребенка? Ага. Знаю. Что я могу сказать? Да пошлет ему Аллах счастье. Мы узнали пол ребенка, мама. Пол ребенка? Ага. Мальчик. Мы его Ахметом назовем. Ахмет Эвлияглу. Что случилось? Они решили ребенка Ахметом назвать. Ахмед Эвлияуглу. Шахрезад, прошу, не изводи себя. Вот увидишь, это вы подавали заявление? Ничего не случится. Не думай о плохом. Анур, есть какие-нибудь новости? Шахрезад, дорогая.
По-твоему, это могут быть люди Джалили Карабаша? Вы подозреваете Джалили Карабаша? Может быть. Это человек мафии. Этот тип нам сильно насолил. Сначала он покушался на жизнь Шахризат Ханым. Потом устроил стрельбу на нашей стройплощадке в Ангаре. И на этом он не остановился. Он даже покушался на Анура. Его едва спасли. Вчерашняя новость в газете. Они могли похитить его ради выкупа? О, выкупа? Вы не хотите кофе, Нурбей? Разве сейчас до этого, Нурхаят Ханым? Осторожно. Молодой человек, разве можно так бросаться под машиной? Где твои мама с папой? Я иду домой. Значит, ты идешь домой? Вот молодец. Пошли, я отведу тебя домой. Я не пойду. Но тут столько машин, упаси Аллах, что случится? Пошли, идем. Я с ума сойду. Как они докатились до такого? Анур, прошу, успокойся. Как мне успокоиться, Зафир? Хотят сводить счеты со мной, пусть приходят ко мне. Зачем им мой сын? Не кипятись, Анур. Может быть, все не так, как мы думаем. Возьми-ка, малыш. Сначала мы поедим, а потом пойдем домой. Я хочу позвонить маме. Я знаю ее номер. Ты такой умный ребенок. Уже становишься мужчиной. Давай съешь кебаб, а потом пойдем позвоним. Я позвоню маме. Конечно, позвоним. Но у меня денег нет. Ты ешь, потом пойдем позвоним из дома. Я есть не буду. Давайте звонить маме. Пошли, тогда позвоним маме из дома, и она приедет за тобой. Идем, пойдем скорее, пойдем. Оставь меня, я не пойду с тобой. Говорю тебе. Из центра прислали фотографию пропавшего ребенка. Его действительно могли похитить? Вряд ли. Думаю, просто убежал из школы. Хотя, если его отец богат. Где эта школа? Вон там. Думаю, наши тосты готовы. Пойду посмотрю. Но я отведу тебя к твоей маме. Мы же с тобой договорились, что ей позвоним. Пошли. Мой дом там, уже близко. Будем играть в интересные игры. Оставь меня, я не хочу никуда идти. Оставь, отпусти руку, отпусти. Иди, говорю тебе, иди. Нет. Куда ты бежишь? Я хочу к маме. Простите, что-то не так? Что случилось? Нет, все в порядке. Кто этот ребенок? Племянник. Он хочет игрушку, мы идем в магазин. Неугомонный. Я хочу к маме. Чш,
Хорошо, милый. Я же сказал, пойдем. Покажите-ка свои документы. Зачем? Это тот самый ребенок. Отпустите меня! Отпустите! Пошли. Отпустите Иди. Меня. В чем я виноват? Отпусти, что ты делаешь? Да отпусти же! Отпусти! Садись. Халак. Алло. Анурбей? Да. Поздравляю, Анурбей. Мы нашли вашего сына. Это правда? Да-да, с ним все в порядке. Его нашли? Нашли. Где он был? На улице Мишрутиед, что между школой и домом. Хорошо, спасибо. Мы сейчас же за ним приедем. Слава Аллаху. Я так испугалась, Каан. Я тоже испугался, мама. Я попросил дядю позвонить тебе, но он не позвонил. Сынок. Я клянусь, я собирался позвонить, господин полицейский. Зачем мне лгать? А почему побежал, когда нас увидел? Не знаю, боялся, вы не так поймете. Ребенок говорит, что ты отказался позвонить матери. Он ведь ребенок. Что он понимает? У меня кончились деньги. Я хотел положить денег на счет и позвонить. Мы вовремя обнаружили вашего сына. За этим человеком числится угон машины, ограбление, а также неоднократные похищения детей. Представляете, он заставлял похищенных детей просить милостыню. Как ты посмел тронуть моего сына? А? Чего ты хотел? Похитить его? Чего ты хотел? Стойте, меня! Я его порву на части! Стойте! Стоп! Анурбей, не дергайся. Прошу, успокойтесь. Допрос еще продолжается, прошу вас. Когда мы поедем домой, мама? Я очень хочу есть. Скоро поедем, сынок. Осталось чуть-чуть. Тетя Мехрибан, наверное, уже приготовила много вкусного. Спасибо еще раз, господин комиссар. Это наша работа. Этот бродяга, который... Вы о нем не беспокойтесь, мы сделаем все, что нужно. Хорошо, спасибо вам. Каан, сынок, ну-ка. Опа. Я хотел позвонить маме. Знаю, знаю. Ты очень умный ребенок. А сейчас мы поедем домой. Давай, все позади. Все прошло. Большое вам спасибо. Пожалуйста. Всего доброго. Всего хорошего. Удачи вам. И как зовут того твоего друга? Дахан. Дахан. Но он мне совсем не друг, он меня толкает. И ты, обидевшись на Дахана, решил уйти из школы, верно? И куда же ты пошел? Я хотел пойти домой, только... Только не смог найти дорогу. Хорошо, Дахан толкнул тебя, и ты решил уйти, но почему не сказал учительнице? Я говорил, но она сказала, чтобы я шел играть. Почему ты раньше не сказал, сынок? Я не хочу ходить в школу. Хорошо, если не хочешь, не пойдешь. Но прежде давай мы спросим у учителей. Может быть, Дахан не хотел тебя толкать. Хорошо? А, добро пожаловать. Благодарю. Шахризад? А, дедушка. Иди ко мне, дорогой внучек, иди. Здравствуй, Шахризад. Здравствуйте. Здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуй, Шахризад. Здравствуйте. Прошу. Здравствуйте, Анур. Здравствуйте, Бурханбей.
Я спросила о Канбее о втором собеседовании. Но он сказал, не нужно. Вы же Адзинеп Ханым. Ты чудо, дорогая. У нас такой авторитет. Ну, мое резюме тоже не пустая бумажка. Да всем известно, как иногда пишутся резюме. Мне сказали, что я могу начать в понедельник. Мне дали такой просторный кабинет. Вот ты уже и улыбаешься. Алло. Как все прошло? Серьезно? Дорогая, что ты сказал? Неужели все? Браво. Теперь ждем. Хорошо, дорогая, целую. Они тоже передают привет. Увидимся. И? Что там? Рассказывай. Я сейчас лопну от любопытства. Все прошло великолепно. Ничего страшного. Не обманывай. Ты бы не легла в такое время спать. Все хорошо, у меня все нормально. Послушай меня. Я никуда не уйду, пока ты мне все не расскажешь. Не дави на меня, прошу. Милек, что случилось? Расскажи. Я влюбилась, ясно? Влюбилась. Это то, о чем я думаю. Милек, не вздумай. У него жена и дети. Я знаю, я так и сказала. Сказала, что все это неправильно. Но я влюбилась. Как можно помешать любви? Ты смогла это сделать? Дорогая моя. Ну почему я всегда встречаю не тех людей? Я никогда не смогу быть счастливой. Мой внучек будет таким красивым. Мы и прическу ему сделаем. Конечно. Вот так, чудесно. На свадьбе все девочки будут без ума от моего ягненочка. Стой, сынок. А? Давай, давай. А? Красиво, бабулечка. Ай, очень красиво, родной. Ты у нас будешь самым красивым на свадьбе. Шахрезад вам, наверное, рассказывала об Ахмете, моем сыне. Да. Обо всем рассказывала. И о моем постыдном поступке. Бурханби, мне не может быть прощения, Анурбей. Я мог помочь спасти жизнь внука, но не помог. Потом очень жалел об этом, но было уже поздно. Благослови Аллах того, кто в трудные для Шахрезад дни ей помог. Лучше оставим прошлое в прошлом. Давайте думать о будущем. Верно. Спасибо. Только позвольте я еще кое-что скажу о Нурбей. Прошу. Я не смог по-настоящему принять Шахрезад как невестку, ни когда сын был жив, ни после его смерти. Но с тех пор, как понял свою ошибку, Шахрезад стала мне дорога, она мне как дочь. Я всегда очень переживаю, когда с ней что-то случается. Можете быть спокойны, все будет хорошо. Шахрезад и Каан теперь моя семья.
Они для меня самое дорогое в жизни. Поверьте мне, пока я жив, никто не посмеет и пальцем их тронуть. Верю. Верю. Дедушка. Кан. О, покажи дедушке свой наряд. Иди сюда, иди. Дорогой мой внучек. Алло? Бену? Что делаешь? Ничего. Почему спрашиваешь? Подумала, может, вечером сходим куда-нибудь. Я Милек возьму. Вы уже все проверили? Да, проверили. Прости, Бену. Что ты сказала? У Милек совсем нет настроения. Я хотела, чтобы мы вместе вышли проветриться. И с тобой Рустем, увидимся. В пас ровно вошло? Будьте внимательны. У меня на яхте работают мастера. Что они делают в такой час? Купил новый аккумулятор, они его устанавливают. Старый сломался? Нет, это запасной для длинных расстояний. Как это? Ты что, собираешься ехать куда-то далеко? Да. С каких пор? Всегда хотел. А-а-а. Что такое? Почему ты так удивилась? Ничего. Я просто не знала об этом. Шахрезад, мы не сможем быть с тобой рядом на твоей свадьбе. Но... Так будет лучше. Но наши сердца всегда рядом с тобой, дорогая, поверь. Если ты примешь этот небольшой подарок, ты нас очень порадуешь, дочка. Что вы, не стоило? Вы рядом, и этого довольны. Но это очень дорогой подарок. Он слишком мал для такого ангела. Дай Аллах счастья тебе. Спасибо большое. Мне сейчас так важно знать, что вы рядом. Еще раз спасибо. Это тебе спасибо, дорогая. Все, я сейчас расплачусь. А нам ведь надо радоваться, это же такой день, а? Надень. Немет, молока нет? Нет, Фисунханым, кончилось. Что значит кончилось? А? Как может кончиться молоко в доме, где трое детей? Кончилось, Фисунханым. Что же делать? Завтра первым делом купим. Да что же вы за недотёпы? Почему вы ни за чем не следите? Разве я не говорила, чтобы молоко в доме было всегда? Сестра! Что же делать? Кончилось. Была бутылка, выпили уже. И что же мне прикажешь пить? Вы что, не знаете, что врач сказал мне каждый вечер выпивать стакан молока? Он говорил, когда выносили ребенка. Ты что, издеваешься надо мной? И не думала. Если один вечер не выпьете молока, что случится? Айше, знай, я вырву тебе язык! Хватит! Гони, уйди! Как ты смеешь так разговаривать со мной, а? Жалкая прислуга! Сестра, хватит. Из-за какого-то молока подняла скандал. Это я выпил, что ты сделаешь? И на меня набросишься? Тьфу на тебя! Вместо того, чтобы поддержать сестру, защищаешь этих дурех. Да что я удивляюсь? Гони, бей, все равно. Лишь бы все было спокойно, только бы его не трогали. Хватит, хватит. Ты постоянно на всех кричишь. Кем ты себя возомнила? Что ты вообще творишь? Я сама виновата. Не надо было за тебя заступаться. Айше, пойдем. Простите, дядя Бурхан, сестра совсем потеряла голову. Али Кемаль был таким терпеливым, я бы и дня с ней не смог выдержать.
тебе, Ханым. А Нурбия будет здесь одеваться или там? Нет, Фердевс, он переоденется в номере отеля. Гостей так много. Времени нет, нужно как можно скорее ехать в отель встречать их. Принеси чехол, мы все подготовим, шофер отвезет в отель. Хорошо. Все запомнил? Записал, да? Ага. Все, до встречи. Мама, пошли. Ты будешь шикарно выглядеть. И как долетите, ты волнуешься? Не обязательно. Очень. А да. Ты? Еще как. Сердце вот-вот выскочит. Прекрасно. А, мама. Прекрасно. Сыночек ты мой. Погода, ты простил меня за то, что я тебя огорчила? Ради Аллаха, что ты такое говоришь? Да. Разве сыновья могут прощать или не прощать матерей? Ага. Так, ну все, я завидую. Не завидуй, дорогая тетя, иди сюда. Мальчик. С кем ты разговаривала? С Франсуа. Они в Орли садятся в самолет. И Франсуа прилетает? Да, я настояла. Пусть увидит турецкую свадьбу и детей с собой привезет. Когда ты заберешь Шахрезад, Анур? Чуть позже. Вас отвезет шофер в отель, отдохните там. У нас так много гостей, нужно, чтобы кто-то их встречал. Конечно, конечно. Я еще к парикмахеру собрала. А Фердевс будет на свадьбе с Ануром? Да, она так волнуется. Да. Минутку, минутку. Я заплачу. Сколько? 50. 50. Вот, возьми. Спасибо. И тебе спасибо. Всего хорошего. Ты наденешь этот старый костюм на свадьбу лучшего друга? Времени не хватило купить новый? Я не пойду. Тогда зачем отдал его в химчистку? Не знаю, отдал и все. На всякий случай. Ты говоришь ерунду, Керем. Что с тобой такое? Я не пойду. Свадьба пройдет без Керема. Что же ты скажешь Ануру? Я влюблен в твою женщину, и поэтому прийти на свадьбу не смогу. Если я не увижу Анура, мне не надо ничего будет говорить. Не так ли? Прошу. Я иду в полицию. Нет, не надо полиции, да, пожалуйста. Вот тебе раз. Что случилось? Я хочу забрать свои деньги, или я пойду в полицию. Сейчас разберемся. Что беспокою вас, Бурханбей? Эта дама говорит, что ее в нашем магазине обманули. Да, это очень дорого. За эту куртку они отдали $400. А в другом магазине нашли точно такую же, но только за 200. Это нехорошо. Стыдно. Ты знал об этом? Может, какая-то ошибка? Не, не было в магазине. А-а-а. Они снимали все на видео. Можно? Посмотрите. Отличная покупка, вам повезло. Один. Один. Два. Два. Три. Три. Четыре. Четыре. Окей. Окей. Спасибо. Так это был Гани. Фаидар, ты иди в магазин, отдай $200. Если хотят, могут вернуть товар. Подари им что-нибудь. В общем, задобри их. Ага. Скажи, окей, что произошла ошибка. Помощник не знал цен. Нам очень жаль. Спасибо. Окей, мадам. Спасибо. Я продам по отличной Спасибо. Цене. Пойдемте Спасибо. Со мной. Куда ты, Бурханбей? Мне тут нужно кое в чем разобраться. Приятного аппетита. Спасибо. Очень красиво. Свадьба Шахрезад Ханым уже сегодня вечером? Mm-hmm. Пошли, Аллах, ей счастье. Аминь. Она будет такой красивой на свадьбе. Увидим позже на свадебных фотографиях. Где этот тунеядец? Что случилось, Бурханбей? Почему ты сердишься? Где Гани? У него пробный экзамен, ушел на учебу. Сегодня он соберет свои пожитки и отправится домой. Он и минуты не останется в этом доме. И пусть он подавится моим хлебом. Да что он натворил?
Он обманул клиентов в магазине. Наша репутация посрамлена. Я стал посмешищем в Ташхане. Что это за семья такая? Одна крадет деньги своих детей, другой обманывает клиентов в магазине. Нервничай, мама. Успокойся. Мама! Фюсу, что случилось? У меня кровотечение. Фюсу, что? Фюсу, да что же это такое, дорогая? Дочка. Хорошо, что мы пришли, правда? Лето уже началось. Будем почаще сюда ходить. Ешь, пока не остыло. Или ждешь, пока я тебя покормлю? Нет. Я думаю о том, какая же я счастливая. Это я счастливый. Счастье пришло немного поздно, но я его дождался. Ну-ка, давай открывай рот. Ай, не балуй меня так. Буду баловать тебя сколько захочу. Ладно, приятного аппетита. За нашего сына. Да пошлет Аллах ему крепкого здоровья. Мы уже все съели. Я закажу печенку. Я не ем печенку, не надо, Аликималь. Но она полезна. И тебе, и нашему сыну. Ешь, ешь. Фюсун, дочка, терпи. Мы почти приехали в больницу. Ой, Аллах, девочке так больно. Бурханбей. Адам, езжай побыстрее. Слушаюсь, Бурханбей. Мама. Мама. Еще много дней и ночей проведем в отелях. Прошу тебя, забудь наконец о той черной ночи, Шахрезад. Пусть в памяти останется только этот день и эта прекрасная ночь. Эта ночь будет такой же белой, как твое белое свадебное платье. Такой же чистой, как твое доброе и щедрое сердце. Веришь? Так и будет. Иди сюда. Банкетный зал в этом отеле очень большой. Я слышала, там будет очень много гостей. Ты помнишь? Да, дорогой. Я помню в прошлом году, когда мы были на торжестве. Я только не помню. Как же их звали-то? Чемоданы можете оставить здесь. Служащие отнесут. Кирилл. Хватит уже. Что? Хватит, сказал. Это уже затянулось. Оставь! Одевайся, пора. Одеваться? Ты не понимаешь. Я же говорю, я не пойду. Пойдешь. Ты должен пойти. Я что, неясно выражаюсь? Женщина, которую я люблю, выходит за моего лучшего друга. И поэтому ты пойдешь. Какое ты имеешь право портить их самый счастливый вечер? Хватит. Пойдем. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Добро пожаловать. Благодарю. Спасибо. Правда красиво. Видите? Вот там будет проходить свадьба.
Это Переде. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Привет. Благодарю. Это Сивай. Спасибо. Добрый день. Как вы поживаете? Спасибо. Как вы себя чувствуете? Вам уже получше? Спасибо, доктор. Фисулханым слаба из-за того, что потеряла немного крови. Но, к счастью, ничего страшного. Сейчас медсестра измерит ей давление. Хорошо. А потом вы немного отдохнете. Что с моей невесткой, доктор? У нее уже 14 дней подряд продолжаются кровотечения. 14 дней? Она ничего мне не сказала. У нее уже давно сбился менструальный цикл. Сейчас мы сделали все, что необходимо. Однако... Что-то не так? Мы обнаружили в матке Фисунханым во время ультразвука подозрительное образование. Какое? Нечто похожее на опухоль. Честно говоря, это мне не нравится. Что вы говорите, доктор? Сохрани Аллах. Чтобы поставить точный диагноз, нужно сделать биопсию. То есть, это может быть рак? Об этом пока рано говорить, но... Стой, Надида Ханым, не надо сразу думать о плохом. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Добро пожаловать. Мама будет невестой. Угу. Еще и очень красивой невестой. Мы будем есть торт? Конечно, будем. А торт будет большой? Угу. Очень большой. А ты хотел бы посмотреть на этот торт? Конечно. А хочешь увидеть его раньше других? Хочу. Не стоит никого утруждать. Ну что вы, раз малыш интересуется, давайте покажем. Угу. Прошу. Сюда. Тебе нравится? Он такой большой. Пошли, дорогой, не будем мешать. Пусть дядя и тетя продолжают работать. Хорошо? А с чем этот торт? Мы добавили в него шоколад. Внутри фисташки. Ты съешь сначала это, а потом попробуешь торт. Спасибо большое. Пошли. Спасибо. Аллах, посмотрите на эту красоту. Аллах, свидетель, это самая красивая невеста во всем мире, да? Точно, очень красиво получилось. Моя подруга самая красивая, ей нет равных. Перестаньте, вы же меня смущаете. Какое еще смущение? Гордиться надо, не так ли, Переде? Вы действительно невероятно красивая невеста, Шахриза. Спасибо вам. Очень красивая. Ну что, как тебе? Ну-ка, оставим ненадолго одних невесту и жениха. Займемся собой. Давайте поправим макияж. Я написала ваши имена на подошве своих туфель. Пойдем. Надеюсь, сработает. Точно сработает. Не отдавай никому свой букет. Кидай прямо сестре. Хорошо. Добро пожаловать. Здравствуйте. Сначала зайдем в бар, выпьем кофе. Хорошо? Какой там кофе? Я хочу виски. Это тебе. Анур. Подарок не такой шикарный, как ты. Но, надеюсь, понравится. Это потрясающе. Это ты потрясающая, любимая.
шок, шок! Через минуту! Не переключайтесь! Это никого не оставит равнодушным! Оставайтесь с нами, и вы узнаете, что предложил Анураксал Жале Ирилдыз. Шок, шок, шок! Шокирующее обвинение в адрес известного бизнесмена. Шок, шок, шок! Анураксал предложил деньги в обмен на ночь с Жале Ирилдыз. Смотрите на нашем канале через минуту. Этого никто не мог ожидать. Влиятельный бизнесмен Анураксал сделал непристойное предложение Жале Ирилдыз. Шок! Эксклюзивное интервью! Шок! 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 Вы работали в холдинге Анураксала? Я начинала работу в качестве стажера в холдинге Бенефа. Это было примерно год назад. Один из партнеров холдинга, Анураксал, предложил быть с ним вместе в обмен на деньги. Анураксал предложил Жале Ирилдыз провести с ним ночь в обмен на деньги. Смотрите далее. Как это случилось? То есть он предложил пойти выпить? К себе домой или куда-то еще? Как-то раз после совещания я зашла к нему в кабинет, чтобы показать бумаги, которые я подготовила. Я только все достала, а он сказал: посмотрим позже. Да? Потом начал спрашивать, замужем ли я, есть ли у меня молодой человек. И вы, конечно, сказали нет. Я сказала нет, потому что ни о чем плохом и не подумала. Потом он предложил поехать выпить. Нет. Он прямо спросил, не проведу ли я с ним ночи. Так откровенно? Да. Сказал, что сумма не важна и что я могу подумать. Невероятно. У меня был такой шок. Конечно, я отказалась. А он уволил вас с работы, да? Именно. Но если бы он меня не уволил, я бы сама ушла. Но он очень разозлился, когда я твердо отказала. И что потом? В тот день, ближе к вечеру, мне позвонили из отдела кадров компании Биньяпы и сказали, что они очень сожалеют, но моих знаний и профессионального опыта для такой ответственной работы недостаточно. Невероятно. Разрешите вопрос, Жерехана. Анураксал мог делать такие предложения другим женщинам? Не знаю. Но судя по тому, что он предложил мне, мог так поступить и с другими. Эти обвинения в адрес уважаемого бизнесмена словно гром среди ясного неба. Всех интересует, что ответит на эти обвинения Анураксал, у которого этим вечером должна состояться шикарная свадьба. Шахризад, ты ведь не веришь этому? Объединением «Русский дубляж» по заказу телеканала «Домашний».